Криминальная хроника. В полицию города обратился 34-летний горожанин. По его словам, незнакомец попросил у него телефон, чтобы сделать срочный звонок, и сбежал. Инцидент произошел в одном из кафе города. По горячим следам сотрудниками криминальной полиции был задержан 19-летний козлординец. Мобильный телефон возвращен законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проводится досудебное расследование.